Всем привет! Это SEO Quick, и сегодня мы поговорим с вами про Яндекс.Метрику. Что это такое, как его установить, как дать доступ, как настроить цели и как смотреть самые важные отчеты. Яндекс.Метрика – это счетчик от Яндекс. Предназначен был для того, чтобы пользователи могли с легкостью отслеживать трафик на свой сайт. Является альтернативой счетчику Google Аналитики и является наиболее спорным счетчиком на сегодняшний день. Какой лучше установить, Google Аналитику или Яндекс.Метрику? И да, действительно, у Яндекс.Метрики есть свои плюсы. Начнем в первую очередь с недостатков Яндекс.Метрики, чтобы затем перейти к достоинствам. Одним из недостатков Яндекс.Метрики является то, что каждый счетчик сам по себе – это как отдельное представление в Google Аналитике. Если вам нужно дать для SEO-специалиста другой счетчик, вам нужно его просто создать новый, а не передавать старый, что довольно неудобно, если вы не хотите делиться счетчиком с другими людьми. Из достоинств Яндекс.Метрики в первую очередь мы перечислим следующее. Это веб-визор, это удобные понятные отчеты, возможность выгрузки этих отчетов в PDF-формате в классной статистике и многое другое. Обо всем по порядку. В первую очередь начнем устанавливать наш счетчик. Начнем с того, что мы создадим наш новый счетчик. Для того, чтобы создать счетчик, заходим на метрика Яндекс.ру, нажимаем кнопку «Добавить счетчик» и прописываем имя счетчика. Для удобства имя счетчика пишем так, как называется наш сайт. Аналогично вставляем полный путь сайта, то есть если у вас есть полный путь, вставьте его сюда. Вы можете также настроить на дополнительные адреса. Непосредственно, если у вас есть другой, допустим, SEOquick.ru, SEOquick.com.ua, SEOquick, непосредственно на все домены можно сделать сразу в одном представлении. Галочка «Принимать данные только с указанных адресов», включая поддомены, вы сможете настроить прием с переходом на ваш сайт как с основного домена, так и с его поддоменов. Обязательно нужно выбрать часовой пояс и выбрать возможность подключения веб-визора, карты скроллинга и аналитики форм. Я рекомендую эту функцию включать. Ставим галочку «Принимаем условия» и создаем счетчик. В результате система предложит установить счетчик нам на сайт. И здесь у нас есть три способа. Первый способ – это HTML-версия, где мы просто должны скопировать и вставить его в шапку. Желательно вставлять счетчик непосредственно в начале сайта. Почему? Потому что он должен подгружаться первым. Также есть возможность вставки его непосредственно через конструкторы. То есть вы можете воспользоваться готовыми плагинами, вставить ваш просто номер счетчика и ничего больше для этого делать не нужно. Если плагина нет, просто возьмите HTML-блок и вставьте его в разделе шапки. Вот этот блок, который вам предлагают. Просто нажмите кнопку «Скопировать» и вставьте. Система управления тегами – это Google Tag Manager. Если вы счетчик установили, нажимаете «Начать пользоваться» и переходите непосредственно на саму метрику. Хотел уточнить, если вы только создали счетчик, у вас по умолчанию он будет отображаться в статусе непосредственно желтенький. То есть корректно установленный счетчик отображается зеленым, желтым это значит, что счетчик еще не проверил. То есть если вы его, условно говоря, повесили, но его нет, система ругнется, что он является некорректно установленным. Если же счетчик не найден на вашем сайте, то есть удален, то система отобразит его красным. Для того, чтобы проверить наличие счетчика, просто нажмите на любое значение, оно его просканирует, проверит и скажет ответ, такой счетчик есть, либо такого счетчика на данный момент нет. Как вы видите, в системе установленных счетчиков видно сразу много информации. Не как вы понимаете, визиты, просмотры и посетители – это разные значения. Посетители – это сколько реально было пользователей, сколько они непосредственно делали переходов на ваш сайт и сколько страниц они в целом просмотрели. Если вам нужно дать доступ на Яндекс.Метрику, существует всего два вида доступа. Первый вид доступа – это доступ с редактированием, второй вид доступа – это доступ на просмотр. Доступ на владение вы не можете передать. Для того, чтобы дать доступ на Яндекс.Метрику, есть два способа, как это сделать. Первый способ – это непосредственно из списка. Просто выберите нужный счетчик, нажмите на шестереночку, выберите «Доступ» и пропишите логин, который вам нужно дать. Если вам нужно дать конкретный пользователю логин, впишите его сюда, напишите комментарий «Тест» и выбирайте два варианта доступа. Есть доступ на просмотр и доступ на редактирование. Третьего доступа нет. Владелец счетчика не может передать владение другому пользователю. Поэтому, если вам нужно дать доступ всего лишь там для анализа, вы даете доступ на просмотр. Если вам нужно для того, чтобы SEOшник с этим счетчиком работал, даете доступ на редактирование. Не забывайте сохранить результат. Собственно, это и есть наш интерфейс нашего счетчика Яндекс.Метрики, который отображает основные показатели сразу. Для того, чтобы дать доступ, переходим в раздел «Настройки», видим аналогичное окошко, выбираем «Доступ»
и добавляем пользователя так, как я первоначально показал. Когда вы давали доступ, система отображает, какого числа был дан доступ к какому пользователю. После установки счетчика индекс-метрики мы перейдем непосредственно к настройке целей. Что такое цели, я рассказывал в предыдущем видео про Google Аналитику. Это те события, которые нам необходимо отслеживать на нашем сайте. Если мы настраиваем представление непосредственно для Яндекс.Директа, мы настраиваем только конверсионные цели, которые нам нужны для отслеживания заявок, и ретаргетинг целей для того, чтобы определить нужную целевую аудиторию. Настройка целей в Яндекс.Метрике довольно-таки простая задача. Здесь есть два вида целей, которые можно настроить: конверсионные и ретаргетинговые. Конверсионные цели – это цели, когда пользователь достигает какого-то полезного. Отправки заявки, непосредственно регистрации на сайте, оформление заказа и так далее. Для того, чтобы добавить цель, мы нажимаем кнопочку «Добавить цель» и выбираем ту цель, которую нам нужно сделать. Ярким примером, если вам нужно отследить активного пользователя, просмотрите, сколько он страниц посмотрел, запишите, допустим, активный пользователь и сохраните эту цель у себя. Яркий пример, мы возьмем, отредактируем нашу существующую цель и поставим количество страниц больше, чем 4. Теперь перейдем непосредственно к настройке целей. Настройка целей находится в разделе «Настройки», выбираем раздел «Цель», добавляем «Цель», и здесь у нас есть 4 вида целей, а если точнее быть, то 3. Первая цель – это количество просмотров. Мы можем создать цель, написать, допустим, активный пользователь, прописать количество страниц. И этого будет достаточно. Больше здесь ничего нельзя настроить. Следующая цель, которую мы можем добавить, это посещение конкретных страниц. Если у вас интернет-магазин, у вас явно есть путь к корзине, есть путь к успешной регистрации, у вас есть некие внутренние страницы, которые закрыты от индексации, но при попадении на эти страницы пользователям вы можете отследить, что да, пользователь попал на эту страницу, значит, он зарегистрировался либо оформил заказ. Вставьте сюда фрагмент пути вашего сайта. То есть, условно говоря, если сайт был там, магазина, и у него там была косая черта корзина, и, допустим, после этого было успешное оформление заказа, такого типа URL у вас может отличаться URL. Вставьте это сюда, назовите его успешный заказ и сохраните его. Следующий вид цели, который вы можете создать, это JavaScript события. Если же у вас по факту есть на сайте кнопки, отправки форм, и вам нужно отслеживать успешные отправки форм, создайте JavaScript события, пропишите его здесь, назовите его, допустим, заявка. Затем воспользуйтесь тем, что создайте саму цель JavaScript события. Наше основное событие используется метод ReachGoal, то есть, например, на нажатие кнопки или заполнение формы. ReachGoal содержит в себе несколько параметров, которые вы можете прописать. В частности, в первую очередь, ReachGoal вы можете срабатывать на номер счетчика и на ваш код события. Например, вы можете для установки на форму прописать следующий код, который вы видите сейчас на экране. Я ссылочку оставлю в описании на эту инструкцию. Здесь вы вставляете номер вашего счетчика. Если вам нужно установить непосредственно отслеживание нажатия кнопки, то на событие OnClick поставьте этот же код, пропишите ваш Target Name. Target Name – это тот, который мы сейчас создали. В частности, это order. То есть, по факту, здесь будет наш счетчик, здесь будет в кавычках order. Также можно установить на нажатие на ссылку, непосредственно, если у вас ссылка скачивания, вы можете на событие onClick, на скачивание поставить это же отслеживание, что очень удобно. Если нужно загрузить конкретную страницу, то есть, допустим, форма, которая подгружается при успешном введении данных, вы можете настроить два варианта. Также можно настроить непосредственно ценность цели при помощи оператора order price и currency. Полная инструкция доступна будет по ссылке в видео. Помните, что конверсионные и ретаргетинговые цели отличаются тем, что ретаргетинговые цели непосредственно удобно использовать в Яндекс.Директ для составления аудитории. Конверсионные же цели необходимо использовать для того, чтобы отслеживать эффективные клики и события на вашем сайте. Отчетность Яндекс.Метрики довольно простая. Вы можете использовать стандартные отчеты, которые предлагает Яндекс.Метрика, а также создать свои собственные. Единственное, что вы должны понимать, отчетность в первую очередь довольно-таки визуализирована. Вы можете увидеть все показатели непосредственно в едином графике, отфильтровать нужные вам результаты и многое другое. Обо всем по порядку. Яндекс.Метрики интерфейс достаточно простой. То, что мы видим на первоначальном экране сводки, это виджеты. Каждый виджет можно создать непосредственно, нажав на кнопочку «Создать виджет». Выбирайте любой отчет, любое достижение конверсии,
Вы можете воспользоваться стандартной библиотекой виджетов, выбрать, например, скорость работы сайта по страницам, создать такой виджет, пожалуйста, по странице, которая у нас грузится. Здесь в чем прелесть, вы можете сразу настроить то, что вам нужно, то, зачем нужно смотреть, как активно пользователи проводят время на сайте, например, это стандартные виджеты, по каким типам устройств происходят по самому прямые переходы, откуда приходит трафик, это все видно сразу. Заходя сюда, мы можем видеть, есть стандартные отчеты, мы можем отследить посещаемость на нашем сайте. Яркий пример. Мы смотрим сейчас последнюю значимую поисковую систему. Я выбрал Google или Яндекс или Mail.ru. То есть моя задача отследить была посещаемость непосредственно из поисковых систем. Как мы видим, за последний год моя органика значительно выросла, что меня, конечно, радует. Для просмотра отчета по конверсиям перейдем в раздел «Конверсии». Какие конверсии были достигнуты? В частности, была у нас конверсия активного пользователя 5 страниц, была конверсия оформления заказа, корзина без регистрации и общий заказ через корзину. Для отслеживания конверсии вы можете выбрать любой фильтр по дате за месяц, за неделю, за квартал, а также использовать стандартные фильтры, которые присутствуют на каждом отчете Яндекс.Директ. Вы можете выбрать непосредственно источник, откуда пришел трафик, например, выбрать рекламную систему и, допустим, выбрать Яндекс.Директ или Google AdWords. И вы увидите, сколько клиентов непосредственно пришло на ваш сайт из Яндекс.Директа либо Яндекс.Маркета. Скорее всего, это Яндекс.Маркет. Из стандартных отчетов, если вы настраивали контекстную рекламу, однозначно вам понравится отчет непосредственно по контекстной рекламе. При заходе в раздел вы выбираете источники, и здесь Директ-сводка, Директ-площадки, Директ-расходы. При правильной настройке контекстной кампании, если бы вы указали счетчик в Яндекс.Директе, оно покажет непосредственно показатели вашей кампании по Яндекс.Директу. Например, один из клиентов, который у нас есть на Яндекс.Директе, мы можем увидеть, сколько трафика и в какие дни приходило непосредственно по Директу. И также мы можем отследить, какие конверсии были достигнуты у него. Вы также можете создать собственные отчеты, воспользуясь функционалом «Отчеты», «Мои отчеты», «Новый отчет». При заходе в раздел «Новых отчетов» вы можете выбрать абсолютно любые показатели, которые вам нужно отслеживать. По умолчанию система предлагает отслеживать трафик и его категории. Для того, чтобы изменить эти показатели, воспользуйтесь функционалом группировки и выберите нужные показатели, которые нужно вам отслеживать. Для того, чтобы отменить ненужные показатели, просто уберите галочки с них, они тогда уберутся, и выберите нужные. Например, сегодня нам нужно будет просмотреть глубину просмотра в целом и сравнить непосредственно источником трафика. Вы можете настраивать отчет абсолютно на любые показатели, выбирать любые даты и также легко его сегментировать. Допустим, вам нужно отсечь исключительно источник, который является поисковой системой, и выбрать, допустим, все поисковые системы. Любой отчет вы можете сохранить, придумать ему новое имя, например, активность. Затем его можно с легкостью опубликовать даже в формате PDF. Отчет доступен в удобной форме, которую можно легко распечатать, передать клиенту и тому подобное. Очень классный инструмент Яндекс.Директа, который мы сейчас рассмотрим, это карты. Карты ссылок, карты кликов, карты скроллинга и аналитика форм. Перейдем последовательно к карте ссылок. Вам загрузится ваш сайт, и будут цветовые схемы размечены те разделы сайта, которые активно кликают, куда люди переходят непосредственно с ваших страниц. Что очень удобно, вы можете посмотреть, какие наиболее активные ссылки на вашем сайте нажимаются и в каких пропорциях. Если мы перейдем непосредственно, допустим, в раздел «Блог», нажав на раздел, мы можем увидеть, сколько было переходов, с какой страницы по данному разделу. То есть мы можем увидеть, сколько людей переходило в услуги, сколько смотрело о нас. То есть, и можем выбрать любой отчет непосредственно по нашему сайту. Если вам нужно перейти на другую страницу, нажимаете «Просмотр карты» и отсматриваете непосредственно для каждой страницы эти значения отдельно. Карта кликов – аналогичный функционал, который наслаивается на просмотр вашего сайта и отображает непосредственно, куда пользователи чаще всего кликают. Ярким примером это будет полезно для интернет-магазина, если он хочет отследить, какую форму кликают на сайте непосредственно, то есть где непосредственно мышку наводит пользователь, куда происходит нажатие и таким образом, куда пользователи чаще всего нажимают. То есть мы можем увидеть, насколько активно пользователи смотрят тот или иной контент. Карта скроллинга позволяет отследить, насколько пользователи активно доматывают до конца ваш сайт. Я считаю, что это наиболее важно для лендингов, для продающих страниц, где вы должны посмотреть, насколько активно пользователи листают вниз, до какого момента они доматывают. Очень полезным для настройки лидов, настройки конверсии будет аналитика форм. Да, если вы не настраивали толком цели, но вам нужно отслеживать формы, пожалуйста, Яндекс.Метрика. Это позволяет делать абсолютно бесплатно и без всяких наморочек. Просто зайдите в просмотр карты
и посмотрите, насколько активно пользователи взаимодействовали с вашей формой. То есть вы можете отследить конверсию каждой формы, то есть сколько пользователей кликало эту форму, сколько пользователей проходило первичные данные и сколько пользователей наконец-то заполнили эту форму до конца. Я считаю, что у любого интернет-маркетолога должны быть данные по Яндекс.Метрике, поэтому лучше всего взаимодействовать с Яндекс.Метрикой будет непосредственно на сайте. Здесь у нас ранее было 4 формы, на текущий момент осталась одна. Чем полезна Яндекс.Метрика будет при аналитике формы, вы можете отследить, какое количество пользователей непосредственно пользовалось вашей формой и довели регистрацию до конца. Пример третьего сайта, который мы рассмотрим по аналитике форм при помощи Яндекс.Метрики и дадим вердикт, какие формы точно не нужно делать, это перегруженные формы. Я рекомендую в первую очередь ограничиться количеством полей. Ваша задача получить имя клиента и телефон. А иногда достаточно просто и именно просто телефона, либо его e-mail для того, чтобы с ним связаться. Классная фишка у Яндекс.Метрики, в первую очередь, это веб-визор. Обалденный функционал, который позволяет смотреть непосредственно, как пользователь проводил время на вашем сайте. Это запись непосредственно каждого визита пользователя. Вы можете посмотреть, что он делал, куда он зашел, на какой странице он побывал, из какой страницы он ушел и какой контент он увидел. Собственно, это некий плеер, который сохраняет каждый визит пользователя. Поэтому мы рекомендуем следить Яндекс.Метрики банально ради карт кликов. Но веб-визор — это очень необычный метод отслеживания трафика. Яркий пример. Вы можете отследить трафик по активности. Непосредственно какая активность измеряется от 1 до 5. То есть сколько времени примерно провел пользователь, как активно он себя вел, ползал ли он по странице, нажимал ли он какие мышкой на определенные действия, каких целей он достиг. Для удобства видно источник перехода, откуда пользователь пришел. Мы можем увидеть, какие пользователи достигали какой цели, сколько времени провели на сайте и посмотреть, как они себя вели. При нажатии на кнопочку Play открывается плеер, и вы можете посмотреть полностью путь взаимодействия клиента с вашим сайтом. Если вам лень смотреть большие видео, как он пользовался, вы можете ускорить, посмотреть, как он взаимодействовал с вашим контентом, смотрел на него и тому подобное. На верстку, как я вам еще раз говорю, в веб-визоре не обращайте. Если сайты со сложной версткой, он может отображать ее коряво. Веб-визор имеет шикарный функционал, в котором вы можете отследить непосредственно платные переходы, оценить переходы прямые, воспользоваться абсолютно любыми вариантами в сортировке вашего трафика. То есть откуда он приходил, какую активность проявлял, непосредственно когда пришел, какая операционная система, какой браузер и так далее. В этом шикарное удобство веб-визора, в отличие от Google Аналитики, вы можете посмотреть абсолютно каждый переход, как он себя вел и каких целей он достиг, какую активность он показал. Можете посмотреть, сколько было прямых переходов, сколько было переходов внутренних и каким образом пользователи достигали конверсии на вашем сайте. На этом, собственно, все. Наш короткий гайд по Яндекс.Метрике подошел к концу. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик и до новых встреч!